Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Круглая, овальная, металлическая, пластиковая, керамическая. Как из всего многообразия мисок найти самую подходящую для вашей кошки? В этом выпуске мы расскажем вам о правилах выбора миски. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Миска – важный предмет в жизни любого мяукающего. От правильно подобранной посуды зависит качество питания и, соответственно, здоровье кошки. Хорошая миска должна быть удобной и приятной для питомца. Давайте рассмотрим подробнее основные правила выбора кошачьей миски. Правило номер один. При выборе миски для кошки учитывайте анатомические особенности питомца. Так, например, породам кошек с приплюснутыми мордочками, таким как экзоты и персы, глубокие миски не подходят. Им просто неудобно из них есть. Выбирая размеры миски, руководствуйтесь размерами питомца. Посуда не должна быть слишком большой или слишком маленькой для вашей кошки. Правило номер два. Обращайте внимание на материал, из которого сделана миска. В большинстве магазинов сегодня продается посуда для кошек из керамики, металла и пластика. Керамические миски, как правило, дорогие, но при этом служат очень долго. Металлические миски тяжелые, питомцу не так легко сдвинуть их с места, они хороши для крупных животных. А вот что касается пластиковых мисок, то специалисты считают, что использовать их долго нельзя. Материал, из которого они сделаны, очень быстро изнашивается. Правило номер три. При выборе миски руководствуйтесь интересами животного, а не своими собственными. Часто владельцы в погоне за уютом пытаются купить дизайнерские миски, забывая о том, что при всей их красоте они могут быть очень неудобными для питомца. Старайтесь выбирать миски овальной или круглой формы. Квадратные миски, хоть и смотрятся необычно, все-таки редко бывают комфортными для животного. Правило номер четыре. Не экономьте на миске для кошки. Только на первый взгляд может показаться, что от этого предмета мало что зависит в жизни вашего питомца. А значит, и тратить на него деньги не нужно. Дешевые миски, как правило, сделаны из некачественных материалов. Они могут трескаться, на них может образовываться налет. Все это впоследствии будет приносить вашему питомцу дискомфорт. В некоторых случаях использование некачественных мисок может привести к аллергии и потере аппетита у животного. Правило номер пять. У кошки должно быть минимум две миски, а лучше сразу три для сухого, влажного корма и воды. Как вариант, можно посмотреть двойные или тройные миски. Посуду питомца необходимо мыть после каждого приема им пищи. Нельзя допускать, чтобы разная еда и вода между мисками перемешивались. Таковы основные правила выбора кошачьей миски. Я идеальную для своей любимицы уже нашла. Ну что, Соня, тебе нравится? О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!